Всем привет! Мы продолжаем игру Rise of the Tomb Raider. И у нас игра... Там патроны. Яков, депо уже близко. Ты там? Знаки отличия боевого ордена Троицы. Даш. Еще плакат. Враг за все ответит. Жутковато. Я думала, ты там остался. Да ни за что. Спасибо, что вызволила. Пойдем! Выберемся здесь! Thank you.
Можно захлебнуться, что ли? Холодильно. Ты мог бросить меня в реке. А ты бы меня бросила? Мелькнула бы такая мысль. Думаешь, у меня не мелькало? И чего ради ты рискуешь тут столь многим? Святой источник. Я знаю, что ты ищешь. Вопрос только, зачем? В детстве у меня не было никого, кроме отца. Он тоже был археологом. Последние годы жизни он просто бредил легендами о бессмертии. Конечно, ему никто не верил. И я в том числе. В нашу последнюю встречу мы поссорились. Он покончил с собой. Я думала, что научусь жить с этим, но... Что-то произошло. И я увидела нечто, что я считала невозможным. Это все изменило. Я поняла, что отец был прав. Он умер один, потеряв все. Но он умер не зря. Так ты веришь, что источник существует? Честно говоря, я не знаю. Но если в этих мифах есть хоть капля правды, я должна знать. Его нужно изучить, понять. Простите. Он может изменить весь мир. Его нельзя ото всех прятать.
Такие перемены не всегда к лучшему. Ты бы хотела, чтобы Троица узнала секрет бессмертия? Конечно, нет. Тогда прошу тебя, не останавливайся. Просто иди другой дорогой. Помоги мне и моему народу. Помоги нам прогнать Константина и Троицу. И что потом? А потом оставь нашу долину. Знаешь, что сделала правое дело. Нет. Прости. Я не могу. Не можешь. Или не хочешь. Я помогу вам победить Троицу, но от цели не отступлюсь. Если я сейчас сдамся... То как будто предашь его. Не только его. Мне нужны ответы, Яков. Я должна понять. Уходишь? Меня сейчас больше волнует деревня. Она на той стороне горы. В одном дне пути пешком. Но можно добраться быстрее через медную шахту. Ты пока отдыхай. Я скоро вернусь. Вот-вот начнется. Спасибо, что приобрели дополнение Баба-Яга, храм ведьмы для Rise of the Tomb Raider. Цель обозначена на вашей карте розовым значком. Новое задание ждет вас на советской базе. Дальние долины греха Маня. Таприз до медиаполовинного забота. Продолжим. Яков, ты здесь? Черт, где же он? Области. Там один клад ты как-то пропустил. Хорошо. Яков ушел вперед. В нем есть что-то такое, что ускользает от меня. Странное, но почему-то успокаивающее. Как будто я могу сказать ему что угодно, а он и бровью не поведет. Не будет осуждать. Но в то же время трудно понять, что у него на уме. Я сердцем чую, что он хороший человек. Он спас меня. Наверное, ему можно доверять. По крайней мере, пока. Только никак не могу избавиться от назойливого чувства, что он знает больше, чем говорит.
Понятно. Где-нибудь укрыться на случай, если захватчики вернутся. Там за мостом есть пещера. Это волчье логово. Туда они не сунутся. Но мне сейчас волков не одолеть. Нам эта пещера нужна для сбора. Только надо вырезать волков. Я даже что-нибудь придумаю для твоего пистолета. Ну как, поможешь? Да. Хорошо. Спрячься пока. Я скоро вернусь.
есть что-то ночью. Это точно по-русски. Кажется, знаки обозначают какое-то место неподалеку. Но понять ничего невозможно. Проблема. Я отправил воинов в долину. Двоих самых смелых ночью захватили враги. Я уверен, они еще живы. Третий убежал. Он говорит, что пленники заперты под железнодорожной станцией. Перед тем, как убежать, он видел, как их посадили в клетки. В долине осталось еще десяток воинов, и я должен быть здесь, руководить ими. Но ты... Я видел, на что ты способен, и теперь вынужден просить тебя о помощи. Да, конечно. Спасибо. Они знали, на что шли. Они с радостью отдадут свою жизнь. Но я не могу этого допустить. Thank you.
Поползли, 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 поползли. Thank you.
сюда. Все хорошо. Держись, я тебя оттуда вытащу. Сюда надо вернуться, и сюда надо вернуться. Это что, какой-то скрип? Вот эта штучка. Вот.
пулемет. Один из четырех. Ого. И все. Да уж, красиво, красиво. Нашла их? Я нашла ваших воинов. Они живы? Нет, не слепой случай привел тебя в эту долину, Лара Крофт. Мы мало чем можем тебе отплатить, но, надеюсь, это тебе пригодится. Лазучица, подвинула снаряжение лазучица. Что ж, на этом я с вами попрощаюсь. С вами был Вадим Сена, игра Rise of the Tomb Raider и Лара Крофт. До скорого. Всего хорошего. А дальше мы пройдем.